Праздники в детском саду оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир ребенка, его познавательное и интеллектуальное развитие. Проведение празднества дает возможность раскрыться каждому ребенку, отметили организаторы мероприятия. В программу осеннего празднества, проходящего про гимназии «Сказка», вошли накрытые столы с подделками, сценические выступления и демонстрация красочно украшенных нарядов. Для руководства данного учреждения главная награда в работе с детьми – это успехи подопечных. Их стремление активно участвовать на всевозможных конкурсах и мероприятиях, что способствует дальнейшему развитию. По мнению заместителя директора детского сада «Сказка» Веры Гущиной, главной целью мероприятия является сплоченная работа родителей с детьми, поскольку совместная работа положительно сказывается на учебном процессе ребенка. Цель мероприятия, конечно, мы хотели развить у детей коммуникативные способности, расширить их знания о природе, потому что у нас осень очень золотая, очень красивая, чтобы дети это увидели. И, конечно же, сплотить наших родителей и детей. Осень – это пора сбора урожая, подведения итогов сельскохозяйственного года. Учащимися были изготовлены подделки из даров осени, которые были выставлены на выставке. Это не первое мероприятие, организованное руководством детского сада «Сказка». По словам организаторов, ни один праздник не остается незамеченным. Целью мероприятия послужило доставить детям радость, веселое праздничное настроение. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».